20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Девичник уже давно стал явлением многогранным, выйдя за рамки предсвадебных посиделок. Сегодня так называют любое событие с участием большого количества девушек. Особенно популярны в последнее время бьюти-девичники, где говорят не только о моде и косметике, но и других не менее важных вещах. Каждый раз у нас меняется тема девичника, и стараемся более интересное что-то привнести в последующий. Идея была такова, чтобы организовать более полезное мероприятие для девушек в пятницу вечером. В числе спикеров – стилист, астролог, специалист по гармонии пространства, косметолог, визажист. Этот день подарил возможность побывать на мастер-классах и даже получить индивидуальную консультацию. Я буду рассказывать простые секреты, как добавить изобилие в дом. Как раз таки простыми, элементарными вещами, как это можно сделать. О том, как переставить тумбочку, диван или еще что-то, чтобы было много энергии, здоровья, прекрасные отношения и много денег. Сегодня я буду рассказывать о финансовой сфере, как привлечь денежный поток и как астрология может в этом помочь. Потому что кроме личной жизни, вторая по популярности тема – это именно финансы. Многие привыкли думать, что астрология – это больше гороскопы, которые мы смотрим по телевизору, более такие краткие, по радио. Но это совсем не то. Индивидуальная консультация, она раскрывает очень много информации. Лайфхаки, чтобы выглядеть молодо и красиво, можете протирать лицо кусочками льда, кубиком льда. Оно будет всегда выглядеть свежо, молодо, не будет никакой отечности, раздражения. Также можно делать, ну, такое пилинг в домашних условиях, брать лимонную кислоту в минимальных процентовках, также смешивать с тоником или лосьоном и наносить на лицо. Кожа также будет выглядеть потрясающе и всегда свежо. Бьюти-девичник в последнее время превратился в отдельный жанр презентации, мероприятие, в рамках которого можно получить большое количество новых идей и советов, обсудить их с подругами и применить на практике. И все это за несколько часов, что ценно в наше динамичное время. Это Beauty Time. Далее в выпуске некоторые идеи для обновления сезонного гардероба. В этом сезоне в моде костюмы, и, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться, ведь по вкусу они пришлись и тем, кто не скован рамками дресс-кода. Их полюбили за то, что в них можно выглядеть элегантно и не думать о составлении комплекта. Синий костюм, классику делового стиля, сегодня можно носить и за пределами офиса. Это же касается и ярких моделей в духе 90-х. Идеи минимализма представлены сетами из темно-синего топа и классических брюк. Также будет не лишним напомнить о том, что сам костюм можно носить по частям, сочетая жакет с юбкой, а нижнюю часть с джемпером или блузой. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», второй этаж. Выбор подарка – дело ответственное. Важно, чтобы приятным был не только момент вручения, но и последующие эмоции и воспоминания.
несколько идей на тему, что кому дарить, а также в какой форме, в продолжении выпуска. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Тема новогодних подарков, которая в этот период времени волнует многих, нас сегодня привела в удивительное место. Это комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши и антиквариата. Материальную, эмоциональную, этическую, а также техническую стороны приобретения актуального подарка мы обсуждаем с управляющей Камзола Натальей Давыдовой. Wish-list – это очень здорово, где ты прописываешь то, что ты желаешь, что тебе необходимо. В сегодняшний день это практикуется, но не настолько распространенно. А вообще, я считаю, это необходимо прям культивировать. Это очень важно. Во-первых, это позволит получить по-настоящему желанный подарок, а во-вторых, избавит вас от чего-то ненужного, что не приносит радость и к тому же занимает место. Виш-лист в нашем случае – это понятие условное. Под этим подразумевается возможность озвучивать свои желания, какими бы дорогостоящими они не были. Можно же подарить копилку, скажем так, с первым взносом. Это будет и весело, и креативно, и необычно, и при этом практично. Из сферы дружеской и корпоративной переходим в личную. Здесь также проявляется идея конкретных пожеланий, без каких-либо, пусть даже прозрачных, намеков. В свое время я сделала опрос среди своих друзей-мужчин. Что надо сделать женщине, чтобы тебе дарили подарки? Мне абсолютно все мужчины отвечали одинаково. Нам необходимо говорить прямо и четко, что я хочу. Учитесь это делать, учитесь озвучивать свои желания. Это очень важно. Если такой подход к подаркам может показаться слишком рациональным, следует добавить моменту эмоций. Самый простой способ – своей рукой подписать открытку. При получении подарка в последующем мы помним свои эмоции, которые связаны с тем, как ты это получил. Написание открытки – это самая лучшая самопрезентация. Она остается. Коробка раскрыта, подарок достали, а открытка, она осталась. Ты можешь посмотреть и улыбнуться, прочитав ее в любой момент. В пятерку самых популярных, самых желанных подарков на Новый год по-прежнему входят ювелирные украшения. В наши дни это явление очень широкое. Ювелирный рынок на сегодняшний день, он такой широкий. Есть масс-маркет ювелирных украшений, есть просто бижутерия брендовая, дорогая, но также существует и классика, существует другое направление. Это украшения знаменитых ювелирных домов, а также высоких ювелирных характеристик. Такие ювелирные украшения, они представляют собой непосредственно высокую ценность. Их можно передавать по наследству. Это может быть каким-то семейным символом. И если по каким-либо причинам вы примете решение продать данные изделия, даже через год, они не потеряют в стоимости. В отличие, предположим, от трендовых каких-то изделий. И еще одна идея, хоть и не относящаяся к подаркам, но непосредственно связанная с новогодними торжествами – прокат драгоценностей на мероприятия. Это уже давно практикуют голливудские звезды, так почему бы не последовать их примеру? Скажи, как ювелир мог дать его на прокат? Он весьма доверяет мне. А вообще, сколько это стоит? 250 000. 250 000? Популярный блогер Вероника Белоцерковская, автор книг по гастрономии, издатель журнала «Собака.ру», побывала в Челябинске в рамках рекламно-познавательного тура по городам России. В своем интервью «Beauty Time» Вероника рассказала о лучших человеческих качествах, вредных привычках, путешествиях и новогодних традициях. Интервью в Челябинске. Добрый день, Саша. Она не выпускает телефона из рук, все время что-нибудь снимает и тут же публикует. Популярный блогер, издатель журнала, автор книг рецептов и владелица гастрономической школы Вероника Белоцерковская приехала в Челябинск в рамках рекламного тура по городам России.
Я соглашаюсь, конечно, на рекламу, потому что, буду честна, платят мне за это избыточно, и было бы нелепо отказываться, но, тем не менее, на рекламу каких-то определенных продуктов я никогда не соглашусь, потому что у меня есть какое-то интуитивное чувство, что, ну, во-первых, врать нельзя, потому что... Но можно обмануть, не знаю, там 10 человек, 100 человек, но когда у тебя уже определенное количество подписчиков, все-таки они понимают, когда ты врешь, когда ты не врешь. В моем возрасте, мне кажется, уже поздно от чего-то избавляться, но, наверное, от излишней энергичности, импульсивности и категоричности в суждениях. Слишком много, наверное, каких-то эмоций и впечатлений, которые я, скорее всего, не успеваю перерабатывать, и в моей жизни получается такой сплошной хаос. Есть определенный, конечно, порог комфорта популярности, потому что, ну, ни для кого для нас не секрет, что, наверное, 10% населения, они не совсем адекватны, и все-таки, когда тебя, не знаю, там читают 600 тысяч человек, то надо все-таки давать, что 60 тысяч из них будут на тебя реагировать определенным образом. Слушайте, врать не буду. У меня есть персональные хейтерские форумы, на которые я себе уже лет 5 запретила ходить, потому что после них прям реально болеешь. И, но, тем не менее, наверное, количество людей, которые там неблагодарны там, за мои рецепты, за какое-то видение мира и вот эту вот какую-то такую дико приятную настоящую благодарность, оно, конечно, искупает абсолютно все вот эти, ну, скажем так, болезненные побочные эффекты. Не существует такой словесной конструкции, которую я бы не слышала. И, слушайте, на самом деле же понятно, что люди в социальных сетях, они говорят себе о себе. То есть это, то есть читая любой комментарий, ты понимаешь, что это просто проекция конкретного человека и не больше. То есть к тебе это не имеет вообще никакого отношения. Но я научилась уже путешествовать с одним чемоданом. Раньше это было 3, потом 2, сейчас 1. И мне, в принципе, не доставляет никакого дискомфорта. Я ничем не жертвую, у меня своя уже какая-то такая эргономика. То есть у меня есть определенный, наверное, какой-то, скажем так, ряд вещей, которые ждут, когда наконец-то я их отвезу. Им, да, прогулять, что-то им показать. Но принарядиться – это вообще важно, не только в путешествиях. Я очень сожалею о том, что у меня очень мало времени ходить к косметологу, потому что, конечно, это отражается и на лице, и так далее. Но я в этом смысле немножко, наверное, не женщина. Я постоянно сижу в каких-то таких своих внутренних переживаниях, поэтому, наверное, для меня это не очень важно. И свою какую-то, ну, назовем это, тёлочью ликвидность я оцениваю достаточно адекватно, но в личной жизни мне это совершенно не мешает. Задницу я наедаю моментально. Сейчас я, например, плюс 6 килограмм. Совершенно не понимаю, как с этим бороться, потому что скоро Новый год и так далее. Но, как все нормальные женщины, наверное, в начале марта я начну думать о том, что же. Слушайте, врать не буду. Лучший способ для меня похудеть – это не жрать после 6. Все. Другого не существует. Сложно первые 3 дня, а потом ты прям начинаешь получать удовольствие, потому что ты просыпаешься дико голодный, и как-то это удивительным образом тебя очень стимулирует к правильному питанию. Я люблю ярких людей, но для меня, конечно, очень важны такие качества, наверное, как порядочность, в неком смысле преданность, чистоплотность и так далее. То есть ничего такого нового я им сейчас не скажу. Наверное, тоже, что для всех. И если я сталкиваюсь с какими-то яркими проявлениями этих качеств, я как-то научилась безболезненно такие вещи, ну, не знаю, там от себя отрезать. Перелеты ненавижу, так как я аэрофоб, но, собственно говоря, любопытство, оно побеждает все. То есть я бы никогда в жизни не поехала в Челябинск, если бы мне не было, и вообще бы не вписалась в этот проект, если бы не любопытство. Потому что я себе давала отчет, что, ну, собственно говоря, лет мне немало, и когда я еще тут окажусь. Какая самая вкусная страна? Франция? Нет, Италия. Ну, я поклонник монопродуктов, конечно, и в этом смысле итальянцы, они настолько... то есть там такая очень специфичная ситуация, то есть ты отъезжаешь 100 километров, и там уже другая еда других мам, там другие теруарные продукты, и
То есть итальянцы любят еду, еда любит итальянцев. Все-таки французская кухня, она построена больше на, наверное, все-таки искусстве приготовления, на каких-то технологических процессах. А итальянцы, они все-таки про именно сам продукт. Не меняются вкусы детства, меняются, конечно, остаются какие-то паттерны, которые прошиваются на всю жизнь. Для меня это, не знаю, там солнце, море, сидящая шумная семья за столом. У меня вся бабушкина семья из Одессы, этим все сказано, там все крутится. Они такие же точно, как итальянцы, поэтому итальянцев люблю, это все крутится вокруг еды и сплетен на соседях. Такая роза выросла красивая над этим, и, ну, все то, что я имею сейчас. У меня дом на море, у меня точно такие же розы, у меня терраса, друзья. И, ну, скажем так, новая жизнь, которой я очень довольна. Несмотря на изменения там нашего с моим последним мужем матримониального статуса, все равно у нас Новый год – это семейный праздник. Все-таки у нас дети, и мы считаем, что детям надо давать, конечно, вот ощущение этой семьи, там, чтобы не происходило в наших отношениях, но вот эта база, которую мы должны заложить ради того, чтобы дать им ощущение все-таки вот этого вот большого семейного праздника. В загородном доме у нас наряжается елкой на улице, и внутри, и дети, собаки, шум, ор, утром гости. Конечно же, это будут там новогодние салаты, которые там есть у всех, и обязательно ведро оливье, и я всегда готовлю традиционно уток. Это моя сильная сторона. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары матриц. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.